кафедра агротехнологии Севастопольского государственного университета. Это направление уникально не только для Севастополя и Крыма, но и для Российской Федерации в целом. Знания и навыки студенты могут получить по двум специальностям – агроном и винодел. Программы обучения ориентированы на природно-климатические и экономические условия Севастополя и Крыма, а также потенциал развития отрасли в регионе и стране. А виноградарство и виноделие сегодня являются одними из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Ежегодно только в Севастопольском регионе стартуют малые и средние проекты закладки хозяйств полного цикла, которые через несколько лет откроют двери для лучших специалистов – агрономов-виноградарей, виноделов, технологов, специалистов по винному туризму и винному маркетингу. Обучение на кафедре идет не только в рамках бакалавриата, но и магистратуры. Ключевым результатом для магистров является проектная работа по созданию современного, производящего качественный виноград и вино предприятия, ориентированного на класс премиум и способного конкурировать с производителями лучших отечественных и зарубежных вин, представленных в России. Кроме этого, сотрудниками Института развития города разработана комплексная программа развития винодельческих хозяйств «Шато под ключ». Она включает в себя сопровождение специалистами и учеными всего комплекса мероприятий по созданию агропредприятия от подбора земельного участка и архитектурного проекта до выпуска на рынок авторского бренда вина и создания туристического календаря хозяйства. Программа предполагает участие студентов и применение инновационных технологий на всех этапах создания хозяйства, что обеспечит формирование готовой команды специалистов для дальнейшей работы предприятия. Практические занятия студенты проводят на собственном винограднике Севастопольского госуниверситета. Каждому учащемуся выделяется ряд с 50-70 виноградными кустами, за которыми он будет ухаживать, вырастет виноград и произведет собственное вино на винодельне СевГУ. Стажировку студенты проходят в ведущих хозяйствах Севастополя и Крыма, а также на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «МАГАРАЧ» Российской академии наук.